Всем здорово, ребят. Вапкой перед вапкой машешь, видите, я могу так стать негром скоро. Буду так махать много. В общем, у нас сегодня немножко прокачечка аккаунта, и также я вам покажу новый... Блин, аж захрип. Нифига себе, 2000... встречал 2020 год. Так, что у нас? У нас сегодня коллекционер. Забираем плюшечки. Пробежимся по акциям, тоже заберем плюшки. Докачаем скины, скиллы некоторым героям. В общем, поехали. Так, давайте заберем плюхи сначала. Вот такие вот плюхи, это за полпака. Ну, я считаю, это реально мощно. Это реально мощно, и в принципе плюхи неплохие, как видите, и монеток насыпало, и Мэри, и Зефир, плюс печеньки, плюс сумки, плюс, короче, много-много-много всего. Так, это за полпака на английском сервере, это пак на русском, но на русском за пак, я думаю, вы такого не купите, вряд ли. Так, с этим мы разобрались. Поехали дальше. Поехали, поехали, прокачаем сначала скины. Никто меня пока не обгоняет. Не хотят делать зарубу. Так, отлично, плюс 2 здесь. Плюс 2 тут. Вард у меня вообще не вкачанный. Дополнительно еще немножко подкачали. Мэри. Так, отлично, с этим разобрались. Поехали дальше. Самое интересное, супер питомцы. Многие спрашивали, ребята, сколько же прокачка требует там на хай-левелах. Дофига, вот честно скажу, дофига. Вот 200 240 255. Вот по сути все, что мы там получили, плюс 10 левелов, вот у нас все ушло. Скилл 980, 1000 это для десятки, и 2000 41 на прокачку книжечек нужно, на девятку. То есть это на максималку. У меня вроде они восьмерки. Пока все. Ну, я по левелу сейчас докачиваю. Потом уже буду копить на ихний скилл. Так, с этим разобрались. Поехали дальше. Поехали, пошастаем. По акциям посмотрим. Блэкпоинты я вам запущу, покажу. Так, покермачер, аркада. Чего такого даже, кстати, и нету интересного. Единственное, где мы сейчас потрешуем с вами, это вот в этой акции. Тридцать монеток, в принципе, надо спускать, не надо камешки для прокачки. Так, кристалл бокса, в принципе, у нас есть 4 миллиона, нам пока качать нечего особо, они нам тоже не нужны, смысла их скупать нет. Но мы сейчас будем здесь искать вот это вот и вот это вот, вот это и вот это. Так, камикроки забрали. Хорошо. Какие эмблемы? Девятая. Одна штука. Да вы что, угораете, что ли? Они над нами издеваются. Это чувство, когда лучше просто один разбить и забирать. Так, забрали. Ну, агентов у меня уже, как видите, 10 тысяч, мне не хватает уже питомцев, мне реагенты эти тоже нафиг не нужны.
Так, отлично. Давайте заберем это и заберем вот это. Забираем плюшечки. Поехали посмотрим, что там у меня еще по героям не докачано. По скиллам. Все восьмидесятки. Хоть бери и делай. Гарнизон 14. Обзоры. Так, ничего не надо. Вроде тоже все. У меня там несколько героев были недокачаны еще. 3 или 4 до максималки. Дед Мороз в 2020-м 14-й. Нормально, кстати, так силушки прибавили. Ну, вроде все. Что по итогу у нас осталось по камешкам. В принципе, камешки можно из-за пределя получать. 77 камней как раз на новый герой хватит, и камекроков тоже с головой. То есть, по сути, мне уже гнаться за 14 скиллами смысла нет. Так, единственное, что нам осталось, это докачать еще супер питомцев. А их прокачку реально надо дофига. Печенек это я уже показывал. Показал вам, как надо с 25-го, сколько надо на прокачку. Плюс скиллы, это просто нереально. Для бездоната я не знаю, сколько лет надо это все фармить. Поехали, будем с вами искать. Забирать и снеки, и будем искать. Вот эти вот темы. Ну, в принципе, сюда можно по 2 не тратить бессмысленно. Лучше за самоцветы сразу же забрать. Забираем. Хочу сделать 6 эмблем таких десятых. Они редкие. Их надо реально дофига. Сейчас посмотрим, что у нас получается по ним. Так, плюс 1200. 3 у меня есть. Нам надо еще. Ну так, чтобы, знаете, на 6 героев можно было вцепить и затестить фуловую, там, допустим, пачку по локациям. Посмотреть на стан. Эти все расходники такое себе. Так, забираем печеньки. Камешков тоже, по сути, мне вообще не надо. У меня уже, я не могу книги открывать.
Ой, книги, говорю, сундуки пятые, 10 тысяч сундуков. Надо ждать, когда IGG. Опять же, книг 19. Увеличит количество. Ну, они сделали обмен, в принципе, но все равно это раз в месяц не спасает, честно говоря. Так, что там у нас с этими получилось? Все, этих хватает, в принципе, у нас 6 будет. Поехали, будем снеки забирать. Скины на здания все есть, поэтому тоже заморачиваться особо над ними смысла нет. Тоже возьму 50, пусть будет. Мало ли они сейчас опять какую-то дичь введут, как обычно. А ты потом думай, где эти камни брать. Тысячи печенек у нас там будет сейчас плюс-минус. Попробуем качнуть еще одного. Так, что там у меня по эмблемам, сейчас мы глянем. Такс, чест. Есть одна осталась, в принципе, нормально. Поехали, добьем. Как раз. Я думаю, заберем вот это еще тоже. Вышли в ноль. Так, супер пэты, смотрим. Тут у меня волчонок. 9-й скилл. Это пошли обычные. Вот так вот мутант, все с девятками, это 35-я. Вот 5000, ребят, печенек, они сейчас просто разлетятся только так. Тридцать пятый level up, вот, и уже все осталось там тысяча с чем-то, то есть докачали еще. Остался у нас крокодильчик, и это для прокачки на максималку. Вот, все, снеков не хватило даже. То есть еще два супер пэта у меня в запасе, ну а дальше останутся только скины, которые, к сожалению, здесь, ну, не так сильно раздают, как хотелось бы. Сейчас мы чекнем топа на Айрисе. Сколько там у него силы. Наконец-то я догнал. Ну, как бы я ждал только плюх нормальных. Нифига себе, на Айрисе прикольный, кстати,
коллекционер опять. Ну все, ребятушки, мы топ-1 аккаунт мира на сегодня. Мы жахнули всех. Ну, можно еще дальше силу прокачивать. Как видите, запаса еще хватает. Я думаю, до следующей обновы, до 5, 2 миллиона и 5К можно будет свободно добрать. Поехали, покажу вам акцию. Которая здесь есть, о которой я говорил. Есть вот у нас такая тема. Google Point. Вот вы заходите. Google Point. Это доступно только на US аккаунтах. То есть, что вам надо? Вам надо создать через VPN-ку, через американский сервер United States аккаунт, привязать туда. Ну, все как обычно, создаете оттуда аккаунт и заходите в Google. Только тогда у вас это откроется. У меня, к сожалению, ну, на моих аккаунтах, то есть вам надо местоположение и создание аккаунта, чтобы было United States. Тогда вы можете, можете заходить в Play Market. Сейчас я открою. Вот мой планшет. Заходите. И вот у вас есть баллы. Новая такая вкладочка. У многих, кто на русском, там вы, если вы не создадите через VPN, вы нифига не сможете эту вкладочку найти. Вот эту вот строку баллы Google Pay. Нажимаете на нее. И что вы видите? За каждый доллар 1 балл. Есть вот предложение для новых участников 3 балла за каждый доллар в течение 7 дней. То есть, если вы донатите, вам приходит за каждый бакс 3 балла. Ну, соответственно, чем дальше у вас будет повышаться левел, тем больше, вот 1-1 балл за 1 доллар. А больше баллов за покупки в играх. То есть, до 4 раз за покупки в популярных играх. Дальше золотой идет 1,2 и платиновый 1,4. Но пока, к сожалению, я не знаю, или это будет в странах СНГ, пока только это есть на US-ке. Что вы можете делать? Вы можете потом менять плюхи. Вот заходите, использование, это заработано, то, как вы можете заработать. То есть мы вот пока под первую категорию подпадаем. Вот это они и выставили. Дальше вы заходите использование, и вот вы можете увидеть, сколько что стоит. Я не знаю, вам там видно хорошо, нехорошо. И ищем Castle Clash. То есть вы можете это тратить на другие там игры. Вот Castle Clash. Вот LSM паки. Но только не видно с чем. То есть есть первый. Но оно сейчас напишет, что у меня нету балла. Второй и вот за 20. А, вот есть, что я туплю. Есть примерная стоимость. Вот Prime Hero Card, Hammer. Ну, в принципе, такое себе. 398 баллов. 100 баксов надо потратить, чтобы получить вот эту вот срань. Hero Card. Вообще просто, это просто смешно, честно говоря. Вот эти вот плюхи. Могли бы сделать нормальные плюхи какого-то нормального героя. Prime Hero Card 5 штук. 700 кулаков. 60 сундуков. Prime Signia 9 рун. Ну, честно говоря, 2000 баллов разделите на 3, это 800 баксов. Это бред, блядь. Полный причем. Я не знаю, что означают доллары в этом. Ну, в общем, тут куча есть других игр, которые это сделали. Не знаю. Но вот такая вот темка с этой акцией. К сожалению, я же говорю, это для тех, кто на английском сервере играет, на русском этого пока нет. И локализация только US. Ну, игр реально дофигища.
Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.